1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ребята, всем привет, как меня слышно? Десяточки поставьте, если меня слышно. Ну, если слышно, мне хорошо. Зашло, это мое слышно, да? Здорово, да. Сегодня у нас такая тема. Напишите, пожалуйста, девяточку, кого интересует, чтобы я тренинг записал. Оценочку 9 ставим те, кто хотел бы получить этот тренинг в записи. 9, 9. Так, треск. А, о, супер, Фаузина, девяточка. Женя Одесса, это. Игорь Николаевич, супер, девяточка, да, все. Ребята, через одну минуточку я появлюсь. А, фонит, значит, надо включить наушники. Давайте еще раз проверим связь. Гарнитуру искать не знаю, где она находится, короче. И наушники тоже фонит, да? Но не имеет значения. Главное, что меня слышно, ребята. Есть люди, которые идеально слышат, ни черта денег не зарабатывают. А есть люди, которые им по барабану фонит, не фонит, а бабки есть. Понимаете, да? То есть не имеет значения совершенно. Какая сейчас, то есть, какое качество связи. Это же я не в кино пришел сниматься, правильно? Понимаете, это не имеет значения. Есть люди, которые ходят на презентации регулярно, посещают все тренинги, хлопают в ладоши, посещают все конференции, ну а миллион баксов не заработали, понимаете? А есть люди, которые как бы люди были, и у них со слухом плохо, да, и с этим, ну, строят команду. Но это не имеет никакого значения. Технические моменты, да. Все, ребята, сейчас я включаю эту запись, доли секундочки, включу программку специальную. Сегодня поговорим о планировании, то есть что нужно делать и о фокусировании. Как бы стать, ну, финансово свободным, заработать миллион, два миллиона долларов, три миллиона, пять миллионов и жить классно. Сейчас, секунду. Сейчас получается программка. Вы пишите вопросы, у ребят, может, какие-то вопросы есть там. То есть каждый день я буду проводить тренинги и презентации ежедневно. Вы сейчас напишите, что у вас болит, как бы, чтобы я понимал. Наверное, все-таки работа в интернете, как... Подписать китайцы и индонезийцы, правильно? Угадал я, да? Я знаю, что вы хотите. Построить, правильно, да? Угадал? Ну, видите, да? Ну, конечно. Это все известно. Ничего нового я не сказал, да? Так, доли секундочки. Так, а, все, снял нормально, хорошо. И москвича, да? И москвича подписать. Так, хорошо. Так, удаление раз, все. И москвича тоже можно подписать. Сейчас, доли секундочки, ребята, начнется запись. О. Уважаемые друзья, всем еще раз добрый вечер. С вами Артур Качанов. В этой теме я 3 года в компании TalkFusion. Компания мне нравится. Нравятся возможности. Самое интересное, мне нравится то, что ежедневно приходят деньги. Да? Это самое важное. Поэтому, что могу сказать о компании? Ну, говорить не нужно. Все знаете, да, что компания регулярно платит. Просто нужно действовать, сфокусироваться и получать результаты. Давайте поговорим о планировании. Планирование необходимо в любом бизнесе, согласны, да, вообще в жизни необходимо планирование. Смотрите, многие люди, они начинают бизнес с того, что планируют изучить инструменты, да, в нашем бизнесе. Я планирую изучить инструменты. Ребята, кто с этим, кстати, десяточки? Новички многие, да, они планируют изучить инструменты. Это тоже является планированием. Да. Самое интересное, на изучение инструмента у некоторых уходит час, у некоторых уходит 3 дня, у некоторых уходит неделю, а у некоторых уходит 2-3 года. При этом денег ноль, ничего не заработали, зато мы спланировали изучить инструменты, да? То есть стать технически грамотными в TalkFusion, это важно. Друзья мои, это совершенно не важно. Буплейн говорит о том, что TalkFusion это уникальная бизнес-возможность, а не мастерская по выпуску видеомейлов, видеогазет и всего остального. Ставьте десяточки, кто меня уловил, кто меня услышал. Это говорит президент компании. Понимаете, мы не являемся мастерской, где обучают, как стать великим видеохудожником. То есть все элементарно просто. Планирование. Мы должны четко спланировать то, за что платят деньги. Давайте разберемся, за что платят деньги в компании TalkFusion.
Если вы сделаете 10 видеомейлов, если вы сделаете 10 видеогазет, да, ну, денег у вас ноль. 100 видеогазет, денег ноль. 1000 видеомейлов отправите, денег ноль. Друзья мои, за это деньги не платят совершенно. Поэтому все ваши творческие начала, то вы хорошо хотите все это создавать, красиво сделать, красиво оформить, за это вам в компанию TopFusion заплатят ноль. Zero, по-английски zero, по-русски ноль, денег нет. Кто меня услышал, десяточку поставьте, чтобы понимали, о чем идет разговор и что делать категорически не нужно. Ваша задача заниматься рекрутингом, показать людям что? Что компания поможет им реализовать их цели, их мечты, понимаете? Их задачи, их, я не знаю, планы. Вот ваша задача продать человеку машину для того, у нас есть машины, и эта машина поможет человеку завести от точки А в точку Б к его мечте. Вы уловили? Мы не продаем инструменты, мы не продаем маркетинг, мы не продаем видеоконнект, мы не продаем супер-мега-команду, мы не продаем супермаркетинг. Ребята, мы человеку показываем, что есть возможность заработать деньги и есть возможность за эти деньги купить часть твоей мечты. Десяточку ставьте, кто меня услышал. Это, вот это важно, понимаете? И показать человеку, что если ты будешь ходить на работу, то сколько бы ты ни ходил на работу, у тебя никогда не будет Мерседеса. Сколько бы ты ни ходил на работу, у тебя никогда не будет квартиры в Ялте, или в Афинах, или в Нью-Йорке, или это никогда не будет. Понимаете, наша задача показать, в каком положении находятся люди в критическом, в ужасном, в кошмарном, бесперспективном, и показать, что есть возможность иметь совершенно другую жизнь не благодаря инструментам, не благодаря маркетингу, благодаря системе, которая включает и инструменты, которая включает и маркетинг, которая включает и instant pay, мгновенные выплаты, и которая включает что? Что у тебя есть спонсор, это тот человек, который заинтересован в чем? Он заинтересован в твоем результате. Это называется система. Есть система в компании McDonald's. Есть система в компании Panasonic. Есть система в компании LG. Есть система в компании MBA. Есть система в компании TopFusion. Что главное, это система, которая включает элементы определенные, да? Мы должны знать немножко и про инструменты, и пользоваться, это нормально. Мы должны понимать, о чем я говорю. Это очень важный момент. Услышите, пожалуйста, меня. Дальше. Вы должны человеку показать простую вещь, что это у нас труд, друзья мои. Это не пирамида, это не МММ, привет, Наталья Тархова. Это не лохотрон, понимаете? Это не легкий бизнес, это довольно-таки сложный бизнес. Вы должны четко понимать, это не какая-то финансовая компания, где, понимаете, где, я не знаю, там все очень легко. Нужно показать человеку, что это не компания, которая быстро дает результаты. Обычно компании, которые быстро дают результаты, они быстро разваливаются. Вы знаете, сколько в моей жизни, на мой опыт сетевого маркетинга, и у Натальи Тарковой тоже, я уверен, Наталья меня поддержит, было огромное количество, и сейчас есть мега-супер предложений. Самые важные, самые крутые предложения, самые крутые люди уходят. Куда-то, друзья мои, всегда имейте простую информацию в голове и мудрую информацию. Вот так, знаете, халявы нет. Почему, например, сейчас у нас появились бриллианты новые, кстати, поздравляю Дениса Полторака и другие? Потому что люди пашут день и ночь. Почему, например, многие еще играют в Blue Diamond? Я объясню почему. Потому что мы по-русски ни черта не делаем практически, понимаете? Или мы очень мало делаем. А те, кто становится бриллиантами новыми в нашей команде, те, кто это, они сфокусированы и не работают день и ночь, друзья мои. Как вы думаете, 1 сентября прошло уже? Прошло, да? Все, я начинаю работать день и ночь с вами. День и ночь. Две презентации в сутки завтрашнего дня. Я скину всем ссылочку. Два тренинга. Два тренинга, две презентации. Два тренинга, две презентации. Давай, и будет результат у вас тоже. Наша задача как спонсору максимально объединиться, максимально сдружиться и максимально помогать друг другу.
Это очень важный момент. Смотрите, когда я пришел в бизнес, было очень много людей, которые кричали: «Вау, супер, я буду мега, я буду супер». Друзья, но их нет в бизнесе. Как вы думаете, почему? Они плохие? Нет. Они супер. Они думаете какие-то... Нет, они классные люди. Но есть одно маленькое «но». Принцип сетевого маркетинга. 5 лет ты должен пахать в одной теме. 5 лет. Не год, не два, не три, кстати, не 4, а 5 лет. Теперь смотрите, я объясню, что такое 5 лет. Друзья мои, 5 лет, запомните, 5. Сказано, бизнесу от 2 до 5 лет ты можешь стать финансово свободным. От 2 до 5. Там не сказано за полгода, там не сказано за год, там не сказано даже за 3 года. От 2 до 5 лет. Готовы ли вы посвятить 5 лет, максимум, да, к примеру, 5 лет, для того, чтобы получить финансовую свободу. Готовы ли вы это сделать? Я готов. А вы готовы? Наталья Тархова готова, Юля Быкова готова, другие ребята, Денис Полторак и другие ребята готовы, понимаете? Но многие люди, смотрите, я объясню почему. У них нет планирования, потому что они утратили, знаете, в кого? Не в компании, друзья мои. Не в компании. Люди утратили веру, не смогу. Ой, нога не растет одна. Ой, команда большая правая, а эта левая меньше. Друзья мои, это является стимулом. Если у вас команда одна больше, другая меньше, является стимулом, что у вас лежит огромное количество денег, и благодаря развитию другой команды, слабой, так называемой слабой ноги, вы можете эти деньги забрать. Это супер, если у вас лежит 3 миллиона долларов, 2 миллиона долларов, 12 миллионов долларов, 300 миллионов долларов. Это классно, это супер. Почему? Потому что это является волшебным пендалем, который дает вам в одно место, и вы начинаете двигаться. Ваши деньги временно находятся в банке у Боба Рейна. Временно. Понимаете, да? Но когда вы начнете двигаться и работать, то эти деньги, ваши деньги, с аккаунта компании перейдут в ваш личный аккаунт, ваш личный счет. Вы это понимаете, о чем я сейчас говорю? Ты смотрите, пишу, да? Людей сбивают с толку, такие люди, как Фомин, говорят, TopFusion нет денег. Друзья мои, когда мне говорят, о TopFusion нет денег, Наталья Тархова, долларовый миллионер, Артур Качанов, долларовый миллионер, поехали дальше. Кто еще был? У нас были ребята, понимаете? Они тоже это. Друзья мои, там нет денег, знаете, есть такая штука. Плохому сейчас балерину мешают яйца. Знаете, как говорят, нет? Друзья, если человек плохо танцует, мешают яйца ему, понимаете? Ну, в народе так говорят. Понимаете, и человек готов свалить на компанию, человек готов свалить на маркетинг-план, на взаимоотношения. А меня недолюбили, а меня недоцеловали, а меня не уважают. Друзья, да по барабану все. В любой компании есть свои нюансы. Вы думаете, если люди пойдут в другую компанию, все будет четко, все будет гладко, все будет супер, все будет особенно, команда будет классная? Друзья мои, везде есть претирки, везде это есть. Это нормально. Только те люди, которые сконцентрированы и доверяют Бобу Рейну, что он заинтересован в нашем успехе, которые твердые, которые не слизняки, которые не обидчивые, друзья мои, ваши обиды, ваши амбиции, вам не так сказали, вам звездочку не дали, значок на сцене в Петербурге не подарили. Друзья мои, все это до лампочки. Уберите свои амбиции и положите амбиции, друзья мои, знаете куда? Они не нужны. Нужно больше делать то, за что платить деньги. Это личный рекрутинг. Личный рекрутинг. Еще раз объясняю. Личный рекрутинг, когда вы делаете 20 человек вправо и 20 человек влево, и это ваш личный рекрутинг. Услышите, пожалуйста, меня. Личный. Вы думаете, друзья, меня каждый день не переманивают? Вы думаете, каждый день мне не звонят? Вы думаете, мне спонсоры мои бывшие не говорят, что они супер вместе, что их так любят? Друзья мои, для того, чтобы быть успешным, ваша задача как лягушка, которая стала победителем. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Понимаете, о чем я сейчас говорю, нет? Когда вы сконцентрируетесь, то знаете, что произойдет, друзья мои? И вы идете вперед, как ледокол Ленин, понимаете? Как ледокол Ленин. Те люди, которые мне говорили, что Наталья Тархова, наверное, уйдет, что Наташа уйдет, оказывается, они сами ушли, а Наталья Тархова мега топ-лидер компании.
Понимаете, мы все вместе. Смотрите, то есть те люди, которые кричали, что, наверное, она уйдет, а я преданный, я люблю Боба, я супер, я до конца жизни буду с ним, я его люблю на сцене, супер. Что произошло? Некоторых людей нет. Поэтому, друзья мои, доверяйте не тому, что говорят, а доверяйте результатам. Результаты наши таковы. Ежедневно работает система, ежедневно платят деньги, ежедневно появляются, друзья мои, люди, которые получают финансовую свободу и новые результаты, и появились новые бриллианты. Я уверен, что сейчас, когда мы все лидеры включимся в помощь людям, у нас будет еженедельно, пусть даже будет раз в месяц, раз в неделю, новые бриллианты. Понимаете? Все зависит только от нас, ребята. Система работает и для Индонезии одна и та же, для Японии одна и та же, для Китая одна и та же, для Russian Federation одна и та же. Одинаковая система, понимаете? Для одесситов. Система работает, друзья мои. Многие говорят чудо, да, индонезийское чудо. Нет какого чуда, друзья мои, все это полный бред. Это бред сивой кобылы. Какое чудо? Они пашут с утра до ночи. Бедный Марио работает, наверное, я думаю, с 8 утра до 2 ночи. Проводит 5, 7, 8 презентаций день и ночь. Марио, знаете, да? Который очень молодой парень. И поэтому все очень просто. И нет никакого чуда. И будет такое же русское чудо. И будет еще больше оборота, чем были раньше. И мы будем супер-мега-командой. У нас будут новые бриллианты, новые гранд-блюдаманды, новые президентские. Почему? Потому что все очень просто. Нашим учителем является на сегодняшний день Цедрик Пен. И человек, который на сегодняшний день является Минхо. Человек номер один. Смотрите, Минхо, да? Джулия Минхо. Им по барабану, какие ветра дуют. Кто ушел? Кто пришел? У них планирование. Еще пару лимонов в этом году. Услышьте, пожалуйста, меня, десяточку поставьте. Планирование Минхо. 20 человек в Японии бриллиантов, 20 в России до конца, например, этого месяца, 20 в Индонезии. Им плевать на все, что происходит, какие ветра дуют, кто куда ушел. Им все равно, понимаете? Не хочешь next, понимаете? Людей незаменимых не бывает, друзья мои, не бывает. Если вы думаете, что вы незаменимы, что за вами будут бегать, что вас будут просить, что вас будут умолять, что Боб лично вам письмо пришлет и скажет, послушай, солнце, ну уходи, друзья мои, ему все равно. С вами или без вас Боб Рейли создаст многомиллиардный бренд, станет мультимиллиардером, и он это сделает. С Японией это будет сделано, с Китаем это будет сделано, или это будет сделано с Украиной, или это будет сделано с Россией. Это не имеет никакого значения. Имеет значение то, или вы будете с ним и тоже будете богаты, или вы пойдете дальше искать птицу счастья. Через 4 месяца появится новая компания. Через полгода вам предложат новую компанию. Планирование, оно граничит, оно приклеено, оно связано с сфокусированием. Потому что если нет веры и нет фокусирования, то планировать нет смысла, ребята, смысла нет. Какой смысл планировать, если вы где-то на подсознании думаете, да, наверное, что-то происходит, вау, что-то происходит, один ушел, второй, ребята. А вы знаете, как люди уходят, например, да, к молодым женщинам? Мужчина любил жену и ушел. И все в шоке, и соседи в шоке, трое детей, такой хороший семьянин, и ушел к женщине старше на 3 года. Шок наступает. Ребята, поставьте, кто понимает, о чем я говорю. В жизни это нормально, как море. Море, понимаете, да? Как прилив, отлив, прилив, отлив. Одни ушли, другие пришли. Одни ушли, другие пришли. День, ночь, холод. Жара, знаете, да? Это нормальный процесс. Не нужно удивляться этому, не нужно сидеть и думать, почему кто... Ребята, да по барабану все. Планирование, Наталья, ты мне... Давай сейчас, Наташа, я добавлю тебя, Наталья Таркова. Вместе объединимся. Ребята, давайте зарабатывать по миллиону, по 2, по 3 миллиона долларов в год.
Давайте. Я вам предлагаю это делать, понимаете? Что пишут люди, я уже не читаю. Ютубы пишут, комментарии не читаю. Друзья мои, опыт показывает, знаете о чем? Опыт говорит о чем, друзья мои? О том, что если мы сфокусируемся, и хорошие, или плохие уйдут, или придут по барабану, но мы сфокусируемся в своих мозгах, то мы будем богаты. Понимаете? Это касается любого бизнеса. Не имеет значения. 5 лет ты должен сфокусироваться, и ты должен действовать в одном направлении. Это очень важный момент. А люди этого не понимают. И есть люди, которые хотят обсуждать, а почему тот ушел. Ребята, планирование. Я вам сейчас сбрасываю информацию. 2 раза в день презентация моя. Сейчас выберем с Натальей Тарковой, выберем время. И начинаем ночь. Да, бывают притирки разные между лидерами. Это нормально, но есть одно маленькое но. Знаете, кого я уважаю и сильно уважаю? Тех людей, которые сфокусированы и которые посвящают свое время развитию нашей команды. Это очень важно. Поэтому у нас появляются новые бриллианты. Поэтому у нас появляются те лидеры, которые действительно являются лидерами. Это те люди, которые заботятся о своих людях. Это те люди, которые не делят людей на правые и на левые. Это те люди, которые постоянно помогают ребятам, которые верят в то Клюшин, которые верят в то. Понимаете, это очень важный момент, друзья мои. Поэтому что могу сказать? Планирование начинается с того, что вы четко понимаете, что нужно с бронзой. Ребята, что такое планирование? Это понятие, что нужно делать, чтобы стать новичку бронзы, закрыть квалификацию бронзы, к примеру. И чего не нужно делать? Смотрите, новичок обычно находит 1000 причин, чтобы ни черта не делал, да? А у меня день рождения у тещи. А у меня список, я до понедельника напишу. Сегодня пятницу зарегистрировался, а в понедельник напишу. Да, то есть человек находит 1000 причин, чтобы что? Чтобы начать с понедельника. Ребята, это не планирование. Планирование начинается, знаете, когда? Моментально после того, как человек проплатился. Тут же мгновенно. Вы берете и говорите человеку: Андрей, смотри, если он рядом находится, дай свой телефон. Он дает телефон, начинает звонить. Или он начинает звонить, вы рядом находитесь. И вы, понимаете, начинаете работать с его людьми. Обычно новички, они допускают ошибку. Они начинают по телефону выбирать. Этот не будет, этот молодой, этот старый, этот толстый, этот худой, этот, у этого денег есть, у этого денег нету. Понимаете? Это проблема. Ваша задача забить, в хорошем понимании слова, мозги нужными делами, чтобы не было дури и возможности ползать в интернете и собирать негатив. Понимаете? Десяточку поставить, кто меня услышал. Ваша задача новичка взять в хорошем смысле слова в обороты, чтобы он был настолько запаренный правильными действиями, чтобы у него не было времени заниматься дурью, понимаете? Изучать, кто что написал, кто что сказал, изучать видеомейлы. Друзья мои, у нас нет времени. У нас 2 за 72. 2 за 72. Это включение человека в работу. Это работа с теплым рынком. Это приводит человека к результату. Это приводит человеку как к первому финансовому результату, к первому ему чеку. Да, согласен. Возможно, карты еще нет. Не пришла карта с Америки. Нет проблем. Человек вдохновляет, знаете что? My commissions. Когда он зайдет в бэк-офис и увидит My commissions, и там будут деньги, его это вдохновляет. Даже если карта находится по пути к нему домой. Это не страшно. Это совершенно не страшно, понимаете? Но когда у человека месяц, 2 или 3 месяца нет денег, то что бы вы ни говорили, какие бы вы тренинги ни читали человеку, что бы вы ему ни рассказывали, как бы вы ни убеждали, как бы вы ни манипулировали ими, не знаю. Друзья мои, результат zero. У него в бэк-офисе должны быть доллары. Понимаете? И чем больше, тем лучше. Это является мотивацией. Для того, чтобы это иметь, его нужно правильно включить в работу. Это планирование. 3 дня вы планируете на рыбу, вы не едете на рыбалку. На грибы тоже не идете, понимаете? Вы начинаете с ним работать, чтобы его привести к результату. И когда он поймет ценность этих 3 дней, ценность этих 72 часов, этот человек поймет ценность этого времени, увидит результаты и эту эстафету передаст другим людям. И пойдет дубликация. Ставьте десяточки, кто меня услышал. В бизнесе очень важный момент – дубликация. И главное, сколько ты сам лично людей пригласил. Это не важно. Это не так важно. Это важно, но не так важно. Важно, чтобы твои простые действия
повторяли люди на 10, на 20, на 30, на 50, на 100 уровне, понимаете? Это самое важное. Дубликация, принцип дубликации. Все очень просто. Не нужно человека грузить лишней информацией, потому что он испугается. Он подумает, что он что-то не знает. Он владеет компьютером, а это очень сложно. А у него нет программы, друзья мои. Все элементарно просто. Вася, привет. Алло, звони человек, другу. Слушай, скажи, пожалуйста, есть время? Да, есть. Есть ли у тебя знакомые, имеющие финансовые проблемы? А Вася скажет, стоп. А что за тему? Что ты хочешь им предложить? Ну, я думаю, тебе вряд ли это будет интересно. Ты банковский служащий, работаешь в ВТБ-банке, как Анна Цараненко, у нас есть такая девушка, да. Ну, я думаю, у тебя нет времени этим заниматься. Это не для тебя. Ну, вряд ли тебе это подойдет. Вы создаете интригу. Алло, Андрей, привет, слушай. Есть у тебя знакомые, имеющие финансовые проблемы, кредиты в банке и все остальное, да, ипотечные кредиты? Он говорит, ну, есть. Слушай, есть одна информация интересная. Он говорит, а расскажи мне. Ну, думаю, вряд ли тебе будет интересно. Вы его отталкиваете. Вы не радуетесь, вау, круто, я сейчас тебе расскажу. Наоборот, интрига и отталкиваете. И он начинает вас спросить, слушай, а что за тема? Вы скидываете ему ссылочку или приглашаете его на презентацию. И говорите, Андрей, ты умный человек, хвалите человека, даете ему комплимент, ты умный человек. Посмотри информацию и обязательно мне перезвони. Для меня очень важно твое мнение. Ставьте десяточку, кто меня услышал. Для меня очень важно, Андрей, твое мнение. Вы его подрываете в его собственных глазах, понимаете? Потому что последние 20 лет его мнение никому не было важно. А он чувствует себя королем. Классно, здорово. Знаете, дальше что происходит? Все элементарно, ребята, все элементарно просто. Он вам звонит и хочет слить кучу негатива. Что он нашел кучу негатива, что он нашел информацию, что это все лохотрон, что это пирамида. Друзья мои, и когда он с таким, знаете, настроением хочет вам испортить нервы, вы приглашаете опытного спонсора. Вы молчите, а он общается. Вам нужно убеждать, вам нужно говорить, вам нужно это, друзья мои. Вы приглашаете спонсора. Андрей, мой человека, по 2-3 минуты, потом ты задашь ему любой вопрос. Но если ты будешь внимательно слушать этого человека, то в этом году ты можешь иметь новый дом, новую квартиру и новую машину. И доход 4-5 тысяч баксов в месяц. Если ты внимательно послушаешь этого человека, не перебивая, вы делаете промоушен на этого человека, промоушен на спонсора. И этот Вася внимательно слушает. Да, у него негатив в голове, он насчитался негативом. Только вопросы потом. Потому что если вы его не предупредите, это, кстати, тоже планирование, друзья мои, то он будет, знаете что, задавать кучу вопросов и не будет давать возможность спонсору нормально дать ответы на его вопросы или поработать с этим человеком. Ваша задача предупредить, спланировать, чтобы он задал вопросы только после 3 минут. 3 минуты внимательно слушает, не перебивая вообще. Окей? Вы тоже не встреваете со своими улучшениями, предложениями и добавлениями. Когда говорит спонсор, все остальные молчат. Может, вы лучше умеете общаться, не имеет значения. Может, вы умеете по-другому, не имеет значения. Может, у вас больше опыта сетевого и больше денег в кармане, не имеет значения. Когда общается спонсор, вы проявляете максимум уважения к человеку, максимум. И вы поднимаете уровень человека для того человека, которого вы пригласили для встречи со своим спонсором. Окей? Ребята, услышал. Это очень важный психологический момент. Не перебивать, не нужно добавлять, не нужно улучшать, не нужно рассказывать, не нужно. Вы молчите, а спонсор отвечает на его самые каверзные и ужасные вопросы. Окей. Теперь смотрите. Вы знаете, меня лично сейчас колбасит от того, что сейчас, друзья, у нас есть уникальная возможность вообще. Знаете почему? Вы знаете, какие мы все амбициозные с вами? Вы знаете, какой кайф вам будет стать грандным даймондом, когда многие ушли? И в глаза посмотреть этим людям, блю даймонду. Ты не сделал это, а я это сделал. Это кайф, это мобилизация внутреннего резерва и внутренней силы до обалдения, друзья мои. Уникальная возможность, понимаете? Раньше у вас этого не было, сейчас это есть. Самому себе доказать, что я это сделаю. Ты сдался, а я это сделаю. Ты ушел, а я это сделаю. Ты
сцене, что будешь предан, а ты сломался. На сцене, что ты будешь это, а сейчас ты шпион, людей переподписываешь. Ты сказал, что ты суперспонсор, а ты оказался не этим. Это здорово, и это классно. Это идет сильнейшая мобилизация ваших внутренних хороших, как бы сказать, талантов, понимаете? Хороших, черта у человека есть, такая черта характера, да? У вас это есть. Я сейчас говорю очень серьезные вещи. Потому что, смотрите, всегда будет какая-то у вас информация, а вдруг это распадется, а вдруг те люди, которые ушли, будут богаче, чем я. Ребята, расслабьтесь. Люди, которые ушли, богаче, чем вы, не будете. Знаете почему? Я объясню почему. Не проблема в компаниях, не проблема в маркетингах, не проблема в названиях, не проблема в продукте, это не имеет значения. Знаете в чем? Почему вы будете богаче? Потому что через пару месяцев, дней или лет, два года, им предложат новую тему, и они опять уйдут. И будут опять они с ничем. Десяточку поставьте, кто меня услышал. Это самое важное, что я хочу вам сказать в планировании. Самое важное из того, что я хочу вам вообще сказать. Никогда не давайте, чтобы люди были похитителями вашей мечты. Гоните их к чертовой матери. Это похитители мечты. Они воруют вашу мечту. Вы мечтали, вы были эмоциональны. На подъеме. Она говорит, ты знаешь, говорит, а Вася Пупкин ушел. А у вас ниже плинтуса, да? Вера пошла, да? А Маша Пупкина перешла. А вы, вау, Маша Пупкина перешла. Это же вообще обалдеть, квалификация, одна звезда перешла. Боже, какое горе. Какое горе, плат. Ой, какое горе. Ужас, кошмар. Маша Пупкина, это ужас. Ребята, и это забирает ваше время. И вы начинаете об этом думать. Вы начинаете об этом мыслить. Вы начинаете об этом писать. Вы начинаете об этом задумываться. Но что нужно делать? Отбросить все мысли, которые не помогают вам помочь новичкам стать кем? Стать брендом. Полная концентрация только на этом. Это самое важное. Друзья мои, слаженность команды, нет правых, нет левых, но единая команда, то фьюжн, и мы помогаем, понимаете? Это называется планирование. Если я планирую, в этом бизнесе будет, знаете сколько? Скажите им честно. Я скажу сколько, я не скрываю. В этом бизнесе я собираюсь, да, в любом варианте, как бы не было, 10 лет, ребята, 10 лет. Потом, когда через 10 лет, 10 лет пройдет, вы знаете, я думаю, мне не нужно будет думать про деньги. Уловили фишку? Я себе запрограммировал свой мозг. 10 лет в этом бизнесе. Уже 3 года прошло, еще осталась фигня. 7 лет. Ну, фигня. Вы знаете, я очень благодарен тем лидерам команды, которые реально меня вдохновляют. А знаете чем? Они меня вдохновляют тем, что они работают в 1000 раз больше, чем я. Теперь я готов тоже работать так же, как они. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Что эти люди работают в 100 раз больше, чем я. В 100 раз больше, чем я. Меня это вдохновляет. Вы такой же, как они. Я хочу много работать. Я хочу иметь новые результаты. Я это признаю. А если я признаю это, я адекватен. Десяточку поставьте. Если вы признаете свои неудачи, которые причиной являетесь вы адекватны. Адекватность в том, что если человек не винит компанию, человек не винит маркетинг-план, человек не винит лидера, человек не винит спонсоров, адекватность в том, что мы начинаем думать, знаете как, что вся причина наших чеков, больших или малых, находится в наших действиях, в нашей вере, в нашей работе с командой, в нашем планировании. Вот от этого все зависит. Поэтому все очень просто, друзья мои. У нас классные люди, я их просто люблю как людей. И для меня деньги утратили большое значение, честно скажу. Вы знаете, когда мне один человек перезвонил, сказал, что здесь можно заработать новый тим пару миллионов, знаете, что я сказал? Я сказал такие слова. Ты знаешь, мне приятно общаться с друзьями, с теми, с которыми мы прошли, съели много соли, да, передряги в жизни. Для меня это важнее, чем твои 3 миллиона баксов. Потому что за 3 миллиона баксов ты не купишь друзей,
За 3 миллиона баксов никогда не купишь ощущение, и за 3 миллиона баксов никогда не купишь уважение. Если ты ушел и обещал, что ты будешь с ними, и ты их бросил, то ты можешь иметь 10 миллионов долларов, ты можешь иметь 20 миллионов долларов, но ты упал ниже плинтуса. А если ты упал ниже плинтуса, в твою жизнь в тот момент, что ты захочешь вернуться или будешь сожалеть, это самое страшное, друзья мои. Это называется внутреннее разочарование неправильным выбором и неправильными действиями. Понимаете, о чем я сейчас говорю, друзья мои? Смотрите, внутреннее разочарование не тогда, когда люди тебя не любят. Это не проблема большая. Не тогда, когда тебе пишут плохо. Это не проблема. Когда человек, который находится в зеркале, говорит, ты мудак, потому что ты любил команду, потому что ты любил компанию, потому что тебе это нравится, но ты слабый. И деньги стали для тебя главным. И поэтому, если деньги стали для тебя главным, ты никогда их иметь не будешь. Потому что деньги – это конечный продукт, понимаете? Главное в сетевом маркетинге – это правильно выстроенный бизнес-отношения, человеческие взаимоотношения. Да, деньги – это инструмент взаимоотношения. Да, идти к какому-то рейтингу, например, идти к какому-то статусу очень сложно. Создать какой-то бренд в интернете и вообще в жизни очень сложно. Потерять его можно за одну минуту. Кстати, десяточки, кто меня услышал. Потерять свой статус, уважение людей, можно за одну минуту, друзья мои. Годами нарабатывая, вкалывая и работая постоянно. И уважение, понимаете? Поэтому самое важное, это то, что мы одна команда. Самое важное, что есть люди, которые верят в себя, во-первых. Самое важное, люди, которые адекватны. Самое важное то, что караван движется, даже если тысячу собак лает одновременно. Ребята, даже если тысячу собак гавкает одновременно, лает одновременно, друзья мои. Знаете что? Караван движется. Во главе каравана Боб Рейна. Поэтому нас проведет через пустыню к хорошим водам, где очень много рыбы. Друзья мои, с вами был Артур Качал, всех вас люблю, эти квалификации первые 3 дня, и мой следующий тренинг начинается завтра в 20.00. Завтра будет тема «Первые шаги новичка». Первые шаги новичка, как привести человека к квалификации бронз. Вас люблю, друзья мои, я с вами всегда, поэтому все очень просто. Будьте простыми, доступными, много работайте, и успех будет с вами 100%. Всем пока, всем удачи.